Госдума в среду приняла во втором основном чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. В сентябре президент России Владимир Путин озвучил, что власти повысят МРОТ, подчеркнув, что люди не могут получать зарплату меньше прожиточного минимума. Законопроектом предлагается установить, что с 1 января 2018 года МРОТ должен составлять 9489 рублей в месяц, то есть 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения во втором квартале 2017 года, сообщает «Российская газета». И о курсах валют: доллар стоит 59 рублей 14 копеек, евро 69 рублей 47 копеек.